Меня зовут Яна Бельская. Название программы «Честный повар». Я не могу сказать, что я очень честная, но как повар, наверное. У нас сегодня гость, его зовут Саша Каплан. Саша – самый настоящий юаровец. Да. Я хочу представить нашу гостью. Ее зовут Дарья Бояринова. Она моя коллега по цеху, она журналист. И молодая жена. Да. Поэтому просто Алла Некрасова. Главная идея этой программы в том, что мы пробуем готовить по рецептам, взятым из книг, из интернета. Как правило, у нас будет один рецепт. Начнем с ризотто шампанского. Договорились. Хорошо. А вот его мы сегодня и будем делать. Рецепт состоит из двух предложений. Берете курицу, соль, посыпаете соль, кладете сверху курицу и все. Главное, чтобы не было жалко курицу. Ну, она уже умерла. Ей же не больно. Боже, что я говорю? Что для этого нужно? Что нам нужно для сациви? Лучше использовать прихватки. И обязательно кофе. Точное количество ингредиентов я не знаю, потому что мне это объясняли на английском. Как горсточка звучит по... Горсточка handful. Все. Теперь мы займемся уже нормальным рецептом. Сегодня мы решили попробовать готовить грузинскую кухню. Очень много разных вариантов этого рецепта есть в интернете. Готовы все радиостанции Советского Союза. Ну, как-то так. Спасибо. И всего доброго вам.